Всем привет, привет! С вами Флешка, и это Женские игры. И мы продолжаем героичить на просторах Теллары, и мы в прошлой серии с вами наконец-то добрались до этих, короче, соснового пика мы добрались. И нам, дабы подружиться с гномами, надо добросовестно выполнять все их задания. И я это делаю не без удовольствия, потому что здесь прям такой хороший край. Здесь везде артефакты, здесь еще и карнажики есть. И это мне приносит массу удовольствия. Итак, у нас есть задание, нам надо вернуть припасы, которые бандиты украли. Да, это было бы хорошо. И еще заодно мы взяли карнажик на убийство тех самых бандитов. Потому что что их здесь расплодилось? Здесь еще есть какие-то именные, мы обязательно это сделаем. Потому что, знаете, за именных всегда дается что-то вкуснее. Отлично. И надо еще одного именного убить. Но сначала припасы. Заберем, если что-то светится артефакт. Смотрите, как в бочонке запрятали. Давайте посмотрим, где этот второй именной. Карта. Я не то нажала, поэтому она тупит. В той стороне. На той стороне холма. И по дорожке чуть-чуть поубиваем этих паразитиков мелких. Воров, убийц. Короче, бандитов. И там еще артефакт. Как же мне здесь нравится. Прям передать не могу. О, кстати, вот и как раз на этого именного хорошо пойдет быстрик этот мощный, который прокнул просто отлично. Отлично. И как вы можете видеть, моя полосочка опыта превратилась в синюю. Это потому что я уже не отдохнувшая. Да, и я теперь получаю просто 100% за убийство мобов. Да, я бы еще один уровень этой полосочки внесла, знаете, когда вы там очень долго играете, например, больше там 4-5 часов подряд, и чтобы вам эту полосочку, знаете, еще и уменьшали. То есть вы потом не 100% набирали, а, например, 80% или там 60%. Ну, я знаю, во многих корейских играх... Точнее, даже в играх для Кореи именно такое есть, как бы, ограничение. Даже есть какие-то игры, где нельзя войти в игру, если в этом играли на протяжении некоторого времени. Господи, как эти собаки лают, прям не могу. Так, и я взяла себе навык рудокопа, но я еще его не прокачала до этой локации. Этим я займусь потом. Главное, что я хотя бы прокачала те навыки, которые надо было. Собачек трогать не будем. Нам надо еще 4 кучки припасов. Вот. И буквально одного бандита. Вот этого толстенького и возьмем. Иди сюда. Иди, моя пышечка. Здесь еще артефакт светится. Артефактик в кучке. Как это мило. Как это замечательно. Но нам все равно надо еще несколько кучек. Где бы их взять? И опять артефакт. Я только освободила сумки от всего этого добра. И как видите... О, пошла за артефактами и нашла то, что надо было. И нашла вот эти товароснабжения. Нам надо еще две кучки. Возможно, где-то в эту сторону надо будет пройтись. Можно несколько волков убить. Кожу нам не помешает. Ну и при том, что они здесь такие простенькие для нас. Видите, разница уровней приличная. Приличный опыт мы, кажется, уже за них не получаем. Но мы получаем опыт за задание. И, собственно, не опыта ради мы здесь с вами бегаем. А ради того, чтобы заслужить доверие гномов. И... разузнать у них полезную информацию об драконах, об наших врагах, потому что гномы — это древняя раса, и они обладают
обладают знаниями, которые нам нужны. Все, это последняя кучка, и можно будет возвращаться в лагерь и читать, что же нам все-таки там ужас наговорили, написали, рассказали. Здесь, кстати, значочки елочки. Итак, отправляемся обратно в лагерь. Как-то тихонечко постараемся больше никого не нагреть. Не знаю, насколько это у меня получится, потому что, видите, их здесь натыкано прям. Что это здесь бегает? Что так светится ярко? Здесь артефакт. Вот поэтому и светится. Это еще один игрок, но, как видите, у него, наверное, нету навыка, чтобы видеть скрытые артефакты, поэтому он его не увидел. Иногда снежинки сбивают с толку, кажется, что это артефакт, а это всего-навсего снежиночка летит. Итак, давайте поговорим с этим добрым. Нет, сначала прочитаем карнажки, потом поговорим с гномом, да. Сначала карнажики. Давайте, спасибо, Флешка. Потеряв своих главарей, коварные красноснежцы тут же набросились друг на друга, словно свора собак. А оставшиеся наверняка погибнут от зимнего холода. Отлично, мы опять получаем вот эти замечательные камушки. И еще одно задание. Это должно служить большим поучением для бандитов в этой зоне. А, и для всех других, кто захочет выбрать жизнь вора. Вот как-то так. Я была кнутом. Я была кнутом, чтобы всех предостеречь к тому. К такому поведению. Потрясающая флешка, просто потрясающая. Вы не только нашли пропавшие товары, но и восстановили наши надежды на то, что мы перетерпим эту бурю. У нас нет слов, которые бы вы смогли выразить нашу благодарность. Зачем мне слова? Зачем мне слова? Вы мне золотом отсыпьте. Ах, какой храбрый маг! Рад, что вы сюда добрались. У меня тут пропал рабочий, но боюсь, если я сам начну его искать, вам придется спасать нас обоих. Я не сомневаюсь, дедулька. Ульма отправился обустраивать новую стройплощадку и не вернулся. Осмотрите облачное озеро и постарайтесь привести его домой живым. Хорошо, хорошо, я очень постараюсь. И у нас здесь есть еще одно задание, вот тут этой торговки хитропопой. Добро пожаловать на облачное озеро, Флешка. Опасно сейчас здесь, все время рабочих теряю. Такими темпами я никогда эти заказы не выполню и не уберусь из этого проклятого места. Этот лед добывают из-за его магических свойств. Считается, что он способен защитить от всяческих ужасов. Вам нужно научиться обращаться с ледоколом. Это единственный предмет, способный расколоть этот лед. Нам надо собрать 8 кусков льда. 8 кусков льда. Ну, хорошо, мне как бы по пути. Мне надо найти уж еще вот этого ульма. И, наверное, с этими вихрями по дорожке разберемся. Потому что, как видим, на них есть карнажик. А карнажик это значит кристальчики. А кристальчики это значит, что можно что-то будет за них купить. И это замечательно. У нас есть новое задание. Прям подумала, что еще из этих вывалилось что-то. Я не вижу кучек, откуда добывать лед. Вот что не вижу, то не вижу. Хотя я как бы нахожусь в зоне. И я, кажется, нашла ульма. И еще я нашла деревяшку. Так, сначала артефакт, потом деревяшка. А потом уже спасение умирающих. А вот такой, короче, список приоритетов. Вот такого героя, как я. Осмотр тела. Так. Да, это выглядит как будто тело ульва. Нет никаких следов ранения. Но он стиснул в руках странную табличку. Давайте мы ее подымем. Скрижаль какую-то. Те, кто защищают сосновый пик от разрушения, защищают опасный секрет. Открытие прошлого
Все-таки открытие прошлого неминуемо, и те, кто переживет этот путь, узнают всю опасность его. Ну, как-то очень запутано, как-то очень запутано. Ну что ж, нам надо все-таки собрать ледышки, разобраться с вихрями и еще с кем-то там поговорить. Давайте соберем ледышки, этот лед какой-то волшебный. Вот она меня послала собирать лед. Она мне заплатит несколько монет, а сама потом, сделав из этого льда какие-то крутые ожерелки, будет прям втюхивать его за большую денежку. Я прям уверена. Уверена, уверена. Потому что там мало здесь этих ледышек. Мало-мало. По сравнению с тем, сколько мне надо их добыть. Или их так, знаете, на белом, белые ледышки не очень-то и видно. Надо 8. 8 можно вот туда прокрасться и там еще пособирать. Там еще цветочек растет. Хорошо, что мы такого большого уровня, и нам это не составляет особого труда. Здесь с этими разделываться. Так, мы уже 5 из 10 убили. Но надо все-таки сосредоточиться на добыче льдышек. Потому что с вихрями блин, с вихрями попроще. Еще так долго добывается, видите, очень долго. Очень-очень-очень долго. Так, и следующий кусочек льда. Так, в какую сторону, наверное, сюда стоит. Блин, вот я спешу, вот спешу. Надо нет, сюда лучше сходить, здесь только один вихрь. Идем сюда, убьем этого вихря, что-то я артефактов не вижу. Так, меня прям с порога этой локации осыпало этими артефактами, а теперь пусто, совсем не густо. Есть. В принципе, в этой локации находится часть зимнего фестиваля. Так что люди здесь есть. Бегают иногда там елочки, ищут еще что-то. То есть за счет фестиваля населенность серверов. Сервер, что я говорю. Населенность локации чуть-чуть поднялась. О, эльф. 61 уровня. Тебе нужна вот эта руда. Да ты шутишь. Серьезно? А куда он исчез? Он переключился, ребята, на другой канал. Точнее, на другой сервер. Вот можно телепортироваться между серверами. И вот я это использую, когда охочусь за рифтами. Знаете, настроилась, вот сегодня я хочу побегать по рифтам. И дабы не тратить время на перебежку там между местами локаций, я просто стою на одном месте, где там поблизости всегда спавнится несколько рифтов, и просто переключаюсь между серверами и развлекаюсь. Это я синий артефакт нашла, это замечательно. Ну все, нам еще два вихря, и можно возвращаться в лагерь, отчитаться за проделанные нами труды. Я успею, успею. Пью. И быстрее пью. И мы его убили. Так, читать я буду уже в лагере. Так что отправляемся в лагерь. И там прочитаю. Вот елочка с подарочками. Кто еще не смотрел мой обзор ивента, обязательно посмотрите. Если вы играете в Рифт, вам должно быть интересно. Особенно если английский язык для вас составляет проблему. Я в обзоре ивента, ну, кажется, очень доступно объяснила, что и для чего надо делать. Так, и нам надо поговорить вот с этим чуваком, я что-то его пропустила. Иди сюда, чувак. Привет! Смерть и тьма. Это все, что я вижу. А слышу еще больше. Я слышу, как ветер зовет меня. Шепот в моем разуме. Говорит, что белая вирм.
может беда, проснулась. Хранители льда. Bad bounce. Короче, хранители льда в игре. Смерть им и тьма вам. Господи, какой ты страшный чувак. Лучше бы я с тобой не говорила. Напугал тут меня всякими страшными словами. Фу-фу-фу. Фу-фу таким быть. Давайте отчитаемся вот этой алчной тетке. Флешка, разве этот лед не удивителен? Говорят, эти кусочки останутся замерзшими навеки, но как знать, мне кажется, что здесь вообще все и так промерзло насквозь. Каждый раз, приходя сюда, я чувствую, что холодные ветра не просто дуют, они шепчут. Ты ведь понимаешь, о чем я? Кстати, ты, наверное, курила вместе с тем чуваком. Вы на одной волне. Давайте почитаем это. Замерзшее озеро никогда не будет дружелюбным местом. Хотя бы оно станет меньше проблематичным. Вот так вот можно сказать. Можно так перевести это задание. Так что все, я думала, что с 50 уровня начнется авторский перевод заданий. Нет, все уже как бы началось. Спасибо вам, вы рискнули сделать то, что никто больше не посмел. Мои опасения подтвердились, озеро опасное место. Даже такой опытный воин, как Ульм, упал жертвой его свирепости. И ты нам предлагаешь... Что ты нам предлагаешь? А, ты нам всякую фигню предлагаешь, тотемы. Хорошо, я, пожалуй, откажусь. Чтобы Ульма не нашлось здесь, на льду, оно явно имело отношение к его смерти. Возможно, кто-нибудь из ледяного дозора знает больше о найденной вами табличке. Пела Баравелин сейчас где-то в алтаре труда. Найдите его, возможно, он сможет пролить свет на все это. Хорошо, хорошо. Итак, нас отправляют куда? Куда? Ой, нас отправляют и сюда, но это по сюжетке, а нам, наверное, все-таки сюда по дорожке. Это по сюжетке, а сюда по дорожке. И да, я наконец-то купила еду. Я не настолько пропащий, правда, купила я ее здесь, у местного торговца. Конечно, лучше было бы ее самой скрафтить. Кстати, волчонок, давайте поубиваем волков. Ну, как бы 8 шкур на дороге не валяются. А потом уже отправимся в лагерь. И, возможно, сделаем эту серию чуть-чуть короче. Не знаю, как у меня получится. У меня никогда не получается сделать серию чуть-чуть короче. Особенно с рифтом. Не очень хочу вас перед выходными. Может, уже после выходных. Не знаю, когда выйдет эта серия. Артефактик. Я вижу этот... И там свечение, какое замечательное. Мне кажется, что нас еще отправят на этих волков, но все равно давайте добьем. Нет, не добьем. Там много их надо. Все, отправляемся в город. Главное, что мы взяли задание, и мы будем о нем помнить. Так, смотрим в оба по сторонам. Настраиваем наши глазоискатели на... Мы не туда побежали. На артефакты. Сейчас здесь между этими... Быстренько пробегусь. Труда. Чувак еще... Он, наверное, так руду добывает, знаете, переключается между серверами и просто на одной точке долбит руду. Тоже, кстати, не очень плохой вариант. Кстати, я им и воспользуюсь для того, чтобы прокачать навык добычи руды. Потому что это замечательная идея. Если для лифта работает, почему не может сработать здесь что-то так ярко светится? Ой, я конфетку нашла. Не могу удержаться. Я сейчас превращусь опять в какое-то чудище. Чудище-юдище. Так, здесь артефакта нет. А знаете, свечение какое-то такое характерное для артефактов. Здесь надо внимательно смотреть на все эти фонарики. Здесь, кстати, сторона дефиантов. Отступников. Так что давайте обойдем с другой стороны. Или... Так, олень, прекращай. Или попробуем так прокрасться. Если я умру, не поминайте лихом, как говорится. И здесь даже внутри очень много артефактов, ребят. Так что это просто кладезь артефактов.
Здесь вот в фонариках, может быть, в печах, может быть, вот. В этих, в повозках. Так что здесь все надо внимательно, внимательно, предельно внимательно смотреть. И респятся они здесь достаточно часто. То есть здесь концентрация артефактов на метр квадратный просто поражающая. Просто поражающая. Ну, вы видите, что происходит. Здесь какой-то портал. Не надо влезать раньше времени. А в этой точке нам что говорят? Что нам говорят в этой точке? Нам надо здесь что-то сделать. Я не понимаю, что здесь надо сделать, потому что... Давайте прилезем и вот так. А, нам здесь надо здесь просто завершить задание. Просто завершить задание, а цель нашего прихода находится в соседней комнате. Я так понимаю, там надо нам с кем-то поговорить. Да, вот, я уже вижу значок. Здесь, кстати, есть еще подвал. Там тоже надо пробежаться, посмотреть на предмет артефактов. Книжки различные, если хотите пополнить коллекцию. Так, сначала артефактик. Артефактик давайте возьмем. Итак, выжившие последователи Йорнару деморализированы и разбросаны по всему миру. Они отчаянно ищут достаточно сильного водного демона, чтобы им управлять или призвать себе к ним, себя к нему. Сейчас они не представляют для нас особой опасности, за исключением того, что в нашем распоряжении находится множество знаний, как священных, так и нечестивых. В библиотеке под нами они могут найти способ... Библиотека под вами, вообще-то она здесь. Они могут найти способ побудить новое древнее зло. Мы поместили под охрану все фолианты, которые им могут пригодиться, кроме самого опасного. Книга малых богов. Список полубогов пропавших, к счастью, из небесного царства. Но у этих злых и безумных потерянных богов еще может оставаться достаточно божественной искры, чтобы глубинные смогли заполнить их силой Акилиуса. Акилиус — это, наверное, водный дракон. Это может оказаться даже хуже его воскрешения. Они создадут нового бога безумия. Мы пытались найти саму книгу, но все наши попытки закончились смертью членов Ледяного Дозора. Возможно, вознесенные преуспеют там, где мы потеряли неудачу. Отправляйся в библиотеку внизу и, если достанете эту проклятую книгу, отнесите ее с собой в обитель, чтобы наверняка заточить. Ну, давайте попробуем. Нет, это не здесь. Здесь. Это все, что она нам сказала, да? Это все, что она нам сказала. То есть задание она нам никакого не дала, так что надо выискать какие-то другие задания. Или... Нет, здесь ничего не светится. Ну, потом посмотрим. Потом посмотрим, что здесь происходит. Я все смотрю по сторонам, ищу всяческие артефакты ищу, ребят. И давайте поговорим с лордом-защитником. Вы не Вы не первый хранитель, пришедший сюда, Флешка. Но вы самый интригующий. Я знаю, ваши лидеры используют вас для того, чтобы заработать репутацию с нами. Так как ваша организация бессомненно сильна, я не знаю, понимают ли они веру нашей обязанности здесь. Я приглашаю вас изучить больше и увидеть правду. Правду сути. Truth of the matter. Короче, суть. И увидеть суть. Нам надо поговорить с лидерами. Хранители и изучить больше о древнем порядке.
Отлично, я все поняла. То есть вы не хотите просто так меня принять. Это все понятно. Ледяные хранители – это древний порядок Маташийской империи, даже предшествующей Маташийской империи и даже старше империи Эдхов. Мы были основаны защитить. Мы были основаны для того, чтобы разбудить защиту кровавого шторма, когда группа героев поразила дракона Круция. Недалеко отсюда. Круций был заключен в подводной крепости. Под его воздействием озеро замерзло, и предстало в таком виде, предстало в таком виде, в котором вы его можете видеть сейчас, и оно там за пределами вот этого ихнего убежища. Наш орден, наш порядок. Почему порядок? Я бы назвала это орденом, может, сообществом. Было создано для хранения и наблюдения за тюрьмой, и чтобы убедиться, что отступники не помогут сбежать дракону. И пока империи подымались и разрушались, мы постоянно исполняли наш долг на протяжении 15 сотен лет, hundred, да, сотен лет. Ну, в общем, да, интересно, интересно. Вот они просто блюдут порядок, наблюдают за тюрьмой и так далее. Я сейчас лорд-протектор ордена. Я буду это орденом называть. Ледяных хранителей. Лорд-протектор командует хранителями в непрерывной цепочкой с момента принятия. Мы наблюдали за концом лорда-командера, офицерами, и выбрали нового лорда-командера. Соответственно, их рангу. И только в смерти заканчивается наш дозор. Я командую хранителями в битве и направляю их в мире. Как красиво сказано, очень красиво сказано. То есть вот пишут вот эти тексты вот просто шикарно, просто шикарно. Это хранитель котла горна, следящий за горном. Горн здесь в цепи Чансел. Как-то они ее назвали Чансел. В общем, вот здесь в обители. Это необычный горн. Он усилен силой за пределами понимания. Из этого горна я снабжаю нашу армию хранителей льда от мундейн, наверное, от каких-то обычных вещей до очень сильных реликвий, которые наши хранители и командиры берут с собой в битву. Даже самые простейшие
как бы клинки из этого горна есть предметами легенды. В общем, какое-то очень мощное оружие здесь выплавляет. Умничка, умничка, работает так и дальше. И нам еще с двумя надо поговорить, да? Да, еще с двумя надо поговорить. Давайте послушаем, что они скажут. Так, мы узнали, что это очень древний орден. То есть, что здесь есть темница дракона, что они выплавляют очень мощное оружие. И с кем мы поговорим первым? С этим архивариусом. Давайте с архивариусом. Хранители существовали на протяжении множества столетий. Они пережили много империй. Они пережили не одну империю. Вот этот дом работников, как они его называют, обладает величайшей библиотекой во всей Теларе. И мы храним информацию относительно Круция, вот этого дракона, и остальных из Кровавого Шторма. Это моя обязанность оберегать, каталогизировать и поддерживать как бы эти знания в порядке. Вот, хорошо, хорошо, с тобой понятно. И давайте поговорим еще вот с этой дамочкой. Хранители льда – это военная организация, но это еще и духовная организация, основанная и развита на учениях Тедеора. Лорд-защитник Нервал – наш командир, но я берегу души нашего ордена, направляя наших членов в молитве и в борьбе с духовным захватом. Наш враг Круци когда-то командовал армией, но она... Круция, она также проникала и в умы айсвочей. Она также и проникала в умы. И дух хранителей льда также является полем битвы наравне с Замерзшим озером. То есть они сражаются не только физически, но и духовно. Они защищают постоянно вот чистоту своего разума. В общем, ребята, на этом, наверное, мы закончим. Мы добрались сюда. Это Сосновый хребет. И как здесь называется вот эта локация? Как она называется? Mountain of the Switch. Это алтарь труда. Алтарь труда. Почему мне так сложно это запомнить? В общем, дом труда, алтарь труда. Мы сюда добрались, мы поговорили с основными лидерами ордена хранителей льда. Мы разузнали, что это древнейший орден, который обладает очень мощными знаниями. И нам все-таки надо втереться в их доверие, выучить их культуру поближе и разузнать то, что поможет нам в борьбе с существами Кровавого Шторма. Так что на этом все. Надеюсь, эта серия была познавательной и интересной для вас. С вами была Флешка, и всем пока-пока!